челлендж. Все, что ты выберешь за одну минуту. И все, что она там возьмет, я ей все это дело подарю. Все время пошло. Дети для мамы. Полагаю, устраивать их чаще. Таня снова, по-моему, пытается хитрить. Ты у нас дата не такая уж и круглая. По-моему, только одна минута. Знаешь, маме хватило. Нервная. Нервная. На какую сумму ты меня разорила? Всем привет! У нас сегодня годовщина, ну точнее, она завтра. Ну, праздновать мы ее начинаем уже сегодня. Что мне подарит Аня, я узнаю только завтра. А я сказал ей заранее, потому что я увидел такой классный челлендж. Куплю все, что ты сможешь, все, что ты выберешь за одну минуту в трех разных магазинах. Поэтому сейчас поедем в магазин большой, где она выберет любые три отдела, которые захочет. Она уже думает, да. Куда забежать, не им сказать, все купить. Да, и вот в каждое дело она должна зайти за одну минуту, и все, что она там возьмет, я ей все это дело подарю. Поэтому добрый путь. Ну, так у как... нас есть дети, да. Которые могут планы. Никак да. Уж мне помогать. Так как мы родители, вот. Мне надо за одну минуту. Одна. Раз и все? Ну, это секунда раз и все. Ну, вы там разберешься. Это Виктория, да, которую можно назвать «Мне тоже что-нибудь купите». И Максик, которого можно назвать «Я сейчас сорву все съемки». Сидит безмятежный парень. Но я успею, у меня целых 3 минуты. Целых 3 минуты. В каждом отделе по одной. По одной. Не путаем. Я помню, помню. Так что все, выдвигаемся. Поехали. Мы в Красноярске, самый большой наш магазин – это «Планета». Вот сюда меня Таня и привезла. Узнаем, в какой именно отдел она направится. Я не нужно знаю, так что мы... Знаешь? Я знаю уже, что я хочу. Мне нужны духи. Да? Да, поэтому начинаем с него. Дошли мы, походу, до отдела, в который она меня вела. Сейчас побегу. Да? Так, ну давай, за временем ты сама следи. Мне главное найти то, что я хочу. Ну ты смотри, у тебя есть на это минута. Да, у меня вот тут Максик, поэтому за время отвечать Таня будет сама. Так, она хитрит, пытается разглядеть, где что находится, для того, чтобы сразу бежать в нужное место. Так, ну все, минута готова. Ну давай, разрешай тебе зайти уже там. Коляску? Ну там где-нибудь на входе поставим сейчас. Я тогда минуту начну, когда коляску установлю. Да, когда поставишь коляску внутри. Вика, пойдем. Вика, иди с мамой. Все, время пошло. Так, время идет. Так, это самые большие ноги. Так, Вика, смотри. Все? Быстро ты нашла то, что искала. Мама, понюхай я тебя, а не только не отвлекаемся. Я один духи один нашла, попутала. Что они еще? Мне надо еще что-то успеть. Это что такое, я не знаю. Все. Извини. Я нашла, что я искала. Так что идем. Идем на кассу. Сюда надо было бежать еще. Века. Сюда? Я набрала еще. О, и такие Just watch me. Так, ну покажи, что ты взяла. Ну, я взяла вроде самый большой. Ну, понятно, по такому случаю, да? Зачем нам маленький? Так, ну, стоимость у него... Сколько получилось? 4049 рублей. Это со скидкой? Ну, да. Без скидки он дороже был? Ну, все равно неплохо стоит. Давай,
Ну что ты, со следующим отделом определилась, нет? Ну, пойдем, будем по дороге смотреть. По дороге? Какой-то надо, какие-то вещи. Вещи? Вещи нужны. Ну все, пойдемте. Посмотрим какие-нибудь вещи. Для мамы. Дети, для мамы. Для мамы. Это мамин челлендж. Мамин подарок. Мне нравятся такие челленджи. Да? Ну супер. Предлагаю устраивать их чаще. Таня снова, по-моему, пытается хитрить. Говорит, я пока не знаю, в какой отдел, он сама ходит и высматривает, где что есть, на что глаз упадет. Нет? Дальше идем? Ты давай, говори мне уже название. У нас дата не такая уж и круглая. Можем ограничиться и одним отделом. Нет? Ну, все-таки это будет бешка, да? Включаю. Давай. Так, а что он не включает? Ты не поставила время. Минутку. Ты бесконечность решила себе устроить. Поехали. Так, такое ощущение, что человек тоже знает, куда идти. Уже не нравится, да? Какие тебе нравятся? Мне все нравится. Ну не, ну серьезно. Да не нравится. Не знаю. О, Вика тебе подсказывает. Так, все, время. Так, футболочка. Давай хоть кроссовки успеем. Папа, у тебя правда такие нравятся? Ну вообще ничего, такие веселенькие. Мама! Я их беру. Берешь? У меня подсказки такие. Нет, Вика, такие не хочу. Так, а футболка вот такая, смотри, Вика. Да, она не хочет, вот это мальчачья. Мальчачья? Мальчачья. Побежали, мама. Смотри, какие кроссовки. Все? Будильник? Будильник. Ну ты успела что-то схватить. Ну я только кроссовку. Ты что? Да, на платье не дошла, ну ты даешь. Надо посмотреть мой размер. Не, ну размер, ладно, если что, поменяю. Можно, потому что это 36. 36? Кажется, больше. А с виду 42? Так, давайте, я можно померить? Можно, давай. Да, огонь. Ну вот, дали минуту человеку, теперь с размером определиться не может. Никаких поблажек. Не подходят, не бери. Седьмой берем. Мам, только одна минута. Знаешь, маме хватило. Она вон набрать успела все, что нужно. Ну хоть ты разрешил это, размер заменить. Ну размер, ладно, я ж не совсем. Так. Ну меня снова отправлять на кассу. Пошел. Да мама должна радоваться. Радуется папа. Это нервная. Нервная. Это нервная. Ладно, держи свой пакетик. Спасибо. Ну, в магазине шумно, не знаю, там слышно, не слышно будет. Давай, показывай. На какую сумму ты меня разорила? 4998. Ну, без 2 рублей 5000. Ну да. Ну что, хватит двух магазинов? Ну как это? Нет, не хватит. Так, с третьим ну, определилась. Ну давай, ладно, так и будет детский, наверное. Сходим. Детский? А то Вика мне нету, не простит. Поможешь маме в детском магазине? Ну все, у вас одна минута, так что давайте, мчим. Я ставлю. Вика, у нас одна минута. Побежали. Бегите. Давай вот такие. Побежали дальше. Давайте, давайте скорее. Так, ну что-то вы это. Давайте Максу что-нибудь схватите. Бери этого. Бери. Я не могу даже достать его. Держи. Ой, да держи, не поднимай. Вот этого возьми.
Я слышу, как звонит будильник. Ты успел там что-то слышать? Нет? Машинку, да? Ну, отлично. Ну как, Вика, ты же успела что-то взять? А мы тут типа что-то взяли уже. Ну это вот девчачья нерасторопность. Так потому что когда ты не знаешь, что ты хочешь. Я бы бежал к машинам, хватал самую большую. И все. Так, ну рассказывай, что там у вас получилось. Ну, в детском мире экономично. 1188. Ну, как сказать, в общей сложности-то все не так уж экономно. Ну все, можем ехать дальше. Праздновать. Дальше праздник. Ну все, мы дома. Макс у нас спит, поэтому разговариваем. Тихо. Сейчас где-то здесь появится общая сумма. Ну давай, примеряйся и будем заканчивать.